Всем привет! С вами Светлана Никичук, и вы на моем YouTube-канале. Я знаю, что сейчас жара, и не хочется есть ничего тяжелого, горячего, а хочется чего-нибудь легкого и прохладного. И поэтому сегодня мы с вами готовим окрошку с креветками. Легкий, холодный летний суп. Итак, для окрошки нам понадобится отварной картофель, отварные яйца, почищенный огурец, отварные креветки, зелень, кефир, минералка, соль, перец по вкусу и сладкая горчица. Мелко нарезаем огурцы. Мелко нарезаем яйца. Мелко рубим зелень. Соединяем все ингредиенты. Солим, перчим, 2 горчицы немножко, заливаем минералкой и добавляем зелень. Холодный летний суп готов.